Мы сегодня первый раз в истории нашего предприятия и второй раз, наверное, в истории компании «Свой» в Краснодарском крае проводим, решили провести турнир по футбольству. Бородино он уже проходил, первый блин комом не был. Я думаю, у нас тоже будет все нормально. Команд собралось много, мы даже не ожидали, что столько будет. Но, тем не менее, хочу всем пожелать успехов, удачи. Дай Бог, чтобы все получилось. Главное самим получить удовольствие, а все остальное уже оно приложится. Еще раз всех с наступающим. И давайте, пусть победит сильнейший. Давай. Что, ребятки? Петрову, что было? Да ну нафиг! А чего напугаете? Вообще не понимаю. Нельзя? Только я-то не знал. А камня не было, я же спрашивал. Плохо, что не было. Нет, Бритон, ну расскажите по поводу нового вида спорта, который появился, который сегодня запустил СОИК в городе Назарово. Да, футгольф – это одно из новых направлений, вообще нового вида спорта в стране. И активно как раз-таки его пропагандирует Сибирская угольно-энергетическая компания. В июне этого города в Бородино прошел первый турнир по футгольфу. И, собственно, показала практика, и что он понравился угольщикам, да, они с удовольствием восприняли эту игру, и интересные здесь и условия, и участие, да, и можно действительно, как говорилось уже, и семьей играть. И участие принимали как раз Бородино и наши назаровские сотрудники разреза. То есть они поиграли, посмотрели, понравилось, и решили, что в Назарово нечто подобное тоже можно внедрить. И вот сегодняшний турнир, это вот, так скажем, пробная ласточка, первая ласточка, да, чтобы посмотреть, насколько эта игра здесь приживется. Но вот сегодня по количеству участников мы видим, заявилось больше 8 команд, и это только подразделение разреза, и все вот, я смотрю, с интересом начали играть. Мы надеемся, что здесь есть и жители города, которые посмотрят, заинтересуются, и, может быть, эту дисциплину включат в городскую спартакиаду среди коллектива физической культуры. Я не пью. Лена, последний. Давай, Николай. Папа. Так, Вова. Поднять можно. Пять очки не протёк. Погоди, я. Ну, пей. Там тоже попадет. Лена, надо сильнее, блин. 9. 10. 11. Молодцы. Юля, молодец. Благодаря нашему разрезу назаровскому мы сегодня имеем очень большой праздник, праздник прежде всего семейный. Не все виды спорта подходят для того, чтобы заниматься семьей, а вот этот спорт, он такой демократичный и разносторонний. Можно мама, папа, я, спортивная семья. И, конечно, это надо приветствовать. Приветствовать не только этот вид спорта, а все различные виды досуга, спортивного досуга, поскольку это развивает прежде всего взаимоотношения в семье и сказывается положительно на детях, на наших семьях. И здесь я хотел бы сказать большое спасибо разрезу назаровский, поскольку это предприятие у нас градообразующее, и укрепляя семейные узы, укрепляя все-таки здоровье внутри наших семьях, это стоит многого. Традиционно не только среди работников СОИКа, но и среди жителей города. Я думаю, это мероприятие можно включить в круглогодичную спартакиаду наравне с семейными стартами, и это будет иметь очень большой успех. Тем более, это поле большинство времени простаивает, почему бы его и не забыть. Спасибо.